смотрит. Пей. Чё? Чё бычишь? Я думал, что они тебя зафигарят. Да вообще, вы на чьей стороне? Я это сейчас тебе лицо сломаю. Все, пошел отсюда. Приветствую, дорогие зрители, с вами дилер на мне Коша, скажи привет. Приветик, мяу. Продолжаем наши опасные битвы в Майнкрафте с лаки-блоками, опасными монстрами, с ночными кошмарами, которые приходят к вам во сне. Так, я украл, украл. И даже половиночку зелий. Я тебе оставил половинку зелий, можешь ими тоже воспользоваться, они принесут тебе удачу, может быть нет, а может быть тебе киркой кто-то ударит. Никто не знает наверняка, как оно будет. Так, у меня уже есть кое-что крутое, и я даже с кошкой не поделился, глянь, что у меня. А, кто золотой воин, Кто украл у кошки... Не успел украсть. Ну и ладно. Петрович, съешь ее. Тебе Петрович нос откусил. Карма. Карма? Это потому, что кошка украла лук. Так, у меня... А я вижу, что у тебя есть. Так, у меня нужно дерево нарубить. Так, все, я пошел рубить дерево. Начинаем наш летсплей по Майнкрафту. Мы добываем вначале дерево, делаем верстак, потом строим дом, потом убиваем дракона, потом всем здравствуйте. Ой, начинаем новый летсплей. Эмиральды? Быстрее. Так, я пока не готов морально к эмиральдам. Мне вначале нужно заняться здесь полезными делами. Вот так вот. Алмазик пойдет со мной. Теперь ты будешь жить со мной. Так, а где кошки? Что, эмиральды? В смысле, у тебя выпали, что ли? Да нет, там были эмиральды. Я понял. Так, что у нас здесь? О, отлично! Алмазный топор. Что же нужно для счастья? Ничего, действительно. Так, а здесь? Кто-то вроде... Ого! Дилерон пришел. Здравствуй! Здравствуй, дорогой! Ты копателя призвал? Вот эмиральды, Дилерон, быстрее! Нет, честно, я не вру. Ты что, а где? Быстрее! А, я понял тебя. Да все, я вижу. Потому что тут Петя был. Да нормально все, так все, отлично. Теперь это мое все. С кошками делиться мы будем? Давай нет, дели. Конечно же нет. У меня 14 штук. Я тебе мог... 14 эмиральдов у тебя? Да. Ты кто с кем еще делиться должен? Но все равно. Кто должен с кем еще делиться? А сделаем магическую эту плиточку. Кого плиточку? Так, кого, я уже фул оделся. Верстак. Да вот тут все стоит. Алло, кошенька. Где верстака? Верстака, нет. Ну кто-то унес его. Сейчас блин, я сделаю. Верстак был у кошки верстак, и верстак кто-то унес. Вот тебе верстак. Так, что мне нужно? Нагрудник, тапочки. Так, нагрудник, отличненько, готово. Теперь делаем себе тапочки. Отличненько, блин, готово. Алмазы выпали. Где? Быстрее. Не успел ничего украсть. Где они? Какашуля, я забрал. А, ты забрал уже? Где? Что ты позвал этих дилеронов сюда? Мужики, в лицо. Идите домой. Идите домой, в пень. Так, у меня осталось еще немножечко полезных вещей. Я ложу их в сундук. Как хочешь, так и забираю их потом. Я хочу себе сделать. Так, я в сундук сложился. Развлекайся. Закрафтить хочу. Развлекайся. Я могу, знаешь, что сделать? Могу попытаться превратить Петровича кого-то. Получай. Так, Петрович, ну-ка, давай. Так, пошла вон. Глупый пчел. Превратиться, нет? Так, ну да, Петрович превратился, все, радуйся. Теперь это мега Петрович. Пойду дерево нарубать. Я, наверное, даже буду призывать, потому что, блин, ну Рилли, ты хочешь что-то еще найти себе. У меня все есть уже. Я не могу себе сделать верстак. Кто? Верстак-то? Есть у нас верстак, нам уже стоит так верстак. Так там монстры рядом. Так уже нет, монстры ушли, он ходит за мной. Кто меня фигарит? Слышь, ну чё ты, ну я ж тебя призвал, я ж твой папка. Чё ж ты злой-то такой? Так быстренько сделай. Неблагодарный монстр. Короче, я ему сейчас зафигарю, потому что он, блин, нехороший вообще. Его дилероны фигарят, они запинали его, ты видела? Просто взяли такие, пинок ему. Давайте, пацаны, фигарим этого Петровича. Плохой Петрович, Петрович лучник, отлично. Я ему лицо сломал, кости разлетелись. Зари, дилерон, киркой тебя фигарит. А, ну что за фигня? Мне... Алмазы кошачьи. Дилерон! Я не успел. Я не успел помочь украсть твои алмазы. Так, пацаны, фигарим кошку. Тихо. Давай. Пока она не смотрит. Пей. Чё бычишь? Я думал, что они тебя зафигарят. Да вообще, вы на чьей стороне? Я сейчас тебе лицо сломаю. Все, пошел отсюда. Плохой. Какая кирка выпала, крутая. А где вообще все? Подожди, а вот верстачок. О, меч сейчас будет, крутой. Блин, мужик, мне нужен твой меч. Ты не поверишь, но он мне так нужен вообще. Вообще нафиг не нужен, но хочется огромный мне меч просто. Мне осталось вот эту штучку сделать. В любой не по этой ситуации нужно огромный меч получить. Да пошел давай, отсюда. Давай. Блин, хпшка кончается. Дилерон сдохся. Блин. Вон он. Отлично. Сделал себе все, что нужно? Нет. У меня для тебя сейчас будет офигенное оружие. Давай. Да у меня есть оружие. Какое? Дорогое. Какое? Диамантовый это. Какое у тебя оружие? Да меч у меня. Блин, я пошел в домик. Уже нету, Дилерон. Забрали люди.
Так, идем ко мне, сейчас тебе вот этом вот домике, там, где живет Петрович, дам офигенный меч. Ну, давай, будешь размером мне... с дом, смотри, вон. Давай, бери. Давай. Офигенный меч. И кирка такая же. Ну, спасибо, я умерла. Братишка, мужик вообще, красавчик. А нафигарил ну кошку. Возьми, всё. Там еще кирка валяется. Я у так, них я забираю забрал. Отсюда все, что у меня есть, и будем с тобой сражаться. Кстати, сегодня у нас будут необычные ребята. Это из модификации Orspawn Mod. С некоторыми мы когда-то с тобой сражались пару лет назад. Давай. С некоторыми нет. Сначала у нас будут эндеровские... Какой жуть вообще творится. Эндеровские кошмары. Вот такие вот, смотри. Блин, по-моему, есть? Нужна ночь, чтобы с ним зафигариться. Да, с ним, кажется, только ночью можно драться. Time set night или как там? Да, time set night, иначе он не захочет с нами драться. Хотя можно по ногам пытаться ему бить. Так, а ну-ка, сделала? Как-то у кошки с ночью проблемки, я смотрю. Так, вот смотри, я призываю его. И по ногам, по ногам. Сам себе по ногам нравится. Ему что-то не нравится. А где он? ТП хайта. Такая ночь вообще, нифига не видно. Давай день. Пили обратно день, мне не нравится. Ладно. Нифига не видно. Ладно. Пещерные люди ничего не способны видеть. О, слушай, у нас вот эти хилечки есть, давай попробуем. Ты чего пикаете вообще, драться давайте, чего вы? Хилечки, кстати, а хорошая идея. Слышь, Дима, а у тебя есть этот... стрела? Кто? Стрела? У меня нет ни одной. Одна. Нету. Где он делся? Это ты сделал ночь или она сама? Так, хорошо, пробую еще раз. Это монстры пришли. Посмотри. Какие они стрёмные. Ага. Воу, пацаны! Нифига себе, это уже было жестко. Блин, я ТП. Это было рили жестко. Вот, я их убиваю. Слушай, что-то как-то совсем темно. Нужно сделать как-то вот немножко не так темно. День ну-ка, сделать. Таймсет. Я вот так вот сделаю, это вроде бы и не темно, и не светло, и немножко изменим. А что ты прописал? А, не скажу. Слишком секретная информация, чтобы ну, знали об этом кошки, так что вот так вот. Вроде бы и не темно, и не светло. Но сражаться уже можно. Тихо. Блин, не могу тебя найти. Турной какой, махает мечом своим. Блин, я их уже перебила много. Да, конечно, я Нет, понял. Нет, серьезно. Вон он летает, еще смотри. Вот он, вот этот с косой тип. Ага. Да фига их убила. Секундики, он как дурной носится туда-сюда просто. Так, это наш братишка. Нет, это не он. Я хочу хотя бы одного зафигурить, потому что они от меня все разбегаются, не боятся меня. У меня там еще есть два монстра, которые не боятся ночи, но вот эти-то же гораздо круче. Видишь хотя бы одного где-то? Я только вижу лопатных вот этих вот монстров. Так, мужики, это тебе, это тебе, это морковка мне. Я их пока не вижу. Я только страуса вижу. Уже никого не вижу. Ага, так эти повзрывались все. Ладно, тогда я призываю кого-то более интересного. Давай. К примеру, вот таких вот скорпиончиков. Все такой миленький. Миленький, 350 здоровья. Так, здесь Дарак. Можно уже и день сделать, потому что этот ночь-то не боится. Так, time set day. Ага, ага, сделал. Йо. Блин, а он сильный, смотри, 350 у него. Ну да, ты думал, он у него хпшки дофига. Он вообще не боится ночи. Так, вот так вот починили. Ого! Слышь, а что ты мне не прописал, чтобы я появлялась тут? Не знаю, я себе тоже не прописывал. Я где-то в жопе появляюсь. А может быть его вот эта магия зафигарит? Да не трогай его, сейчас может бахнет. Да я хотела, чтобы ты попал. О, взорвался! Вот, отлично! Отлично! Что за гуси появились? Какие гуси? А, это эти, маленькие появились. А, из него какие скорпиончики вылезли, да, что ли? Да, а где? Вылезли. Да, да, вижу, такие малыши-скорпиошки. Похоже на гусей со стороны. Да какие гуси, это скорпионы, ты чё, я себе такой... А, хотя да, на хвост похож на гуся. Ладно, я хорошо, похоже не на гусей. Всё, похоже не на гусей. Обижаешь меня. Да, похоже не на гусей, всё, Думаешь, отлично. Думаешь, я дурочка? Никто так не думает. Да, конечно. Короче, вот тебе хаммерхед ещё. Шо, хаммер? Ну это хаммероголовый, это молотоголовый. Блин, он тоже ваншотит почти сразу. Хэштеги, как призвать хаммер? Блин, у меня бы, конечно же, еще немножко брони бы. Ого, было бы, у него конечно, корона, что ли? Это что-то у него на голове такое страшное. Вау, корона у него. Я, конечно, могу зафигарить его при помощи последнего зелья, которое, может быть, либо а поможет, либо превратит его во что-то страшное. А ну я. Ну, давай попробуем сами. У тебя есть лук вообще хороший? Да. Лук и стрелы, там все дела, нет? Стрел нет, да? Да я же спрашивал у тебя, есть стрелы? Ну это как бы плохо. Но он вроде бы не регенится, мы его рано или поздно убьем, всего лишь нужно подождать пару часов. Может, открыть? Пару часов и он умрет. Я думаю, это изи вообще. Ты посмотрел, гиганта фигарит, слышь? Он дикий. Че это было? Кошка все взорвала? Так, Жора пришел. Слышь, лаки-блоки больше не открывает, там всякая дичь происходит. А, ну ничего хорошего вообще. Я просто стрелу хотела выбить. Ну, идейка-то хорошая, но как-то...
Как-то не везет нам пока, я смотрю. У меня кирка появилась. Ну, это круто. Так, надо себе сделать спаунпоинт и на нормальном месте, да, чтобы давай, не бегать вот миллион тоже. Километров сюда. Вот, все, я сделал. А то бегаем, бегаем. Какая у тебя корона, парень? Блин. Да это не корона, так это свистелка у него на башке. Да, мне кажется, корона. А, диадема, вот, правильно. Диадема? Да. Ты ему рох ломай лучше, диадема. Скорпиона, кажется, легче было убить, серьезно. Он так подкидывает по-жесткому вообще. Как он вам нравится? По-моему, он дико жесткий. Так он не хиляется, это хорошо. Блин, если мы его сможем убить, то за это нужно поставить пальчики. Давайте мы сегодня наберем 15 273 лайка. Я думаю, что мы справимся это раз с его убийством. И кошки тоже поставьте один лайк. Вот каждый по одному лайку. Так что, чтобы кошка была счастлива. Три лайка будет. От меня, от тебя и от бабушки. Да, моя бабушка смотрит меня. У нас. Так, нужно убить его. 145 хп. Так, давай, за нас, за всех, за подписчиков. Блин, какой же он стрёмный. Знаешь... Я его один раз бью и сразу умираю. Ну, круто. Я думаю, все-таки нужно бы Скорпиона тоже попытаться убить. Потому что от нас, получается, те ночные кошмары убежали. После того, как мы столько уже убили монстров, нас все боятся. И эти ночные... Хотя, может, кошка кого-то и зафигарила. Может, кошка не обманывает. Может, Анрили кого-то из них убила. Ты честно убила? Да. Вот я твое видео посмотрю. Если кошка не убила их, то все. Получишь ты от меня лайк. Я с ними сражалась, Дилерон. Ну все, все. Кто мне только что по спине ударил? Я все видел. Это я. Да, я так и понял. Я так и понял, что это ты. Моя. Блин, слушай, я к нему такой подхожу, он такой типа там, а давай я тебя покатаю на своем офигенном вот этом вот диадемном роке. Да по-любому это диадема. Вот, ребят, скажите. Ну я не знаю. Он из нее свистит и сдает эти звуки. Свистит он со рта. Ну я не уверен. С таким ртом только свистеть. 47 хп, кстати, у него. А нужно, есть у него стукнуть. Вообще рот? Да, ну вон, сзади точно не рот. На паровоз похоже. Да, точно. Рот-паровоз. Блин, пару ударов осталось, Коржик. Нет. Сколько раз он уже нас убил? Не знаю, кто-то Коржин считает убивают. Вообще? 14, кошка меня заставила не использовать количество смертей, чтобы не отображалось, чтобы никто не знал. Давай, теперь я даже сам не знаю, да. Я его добил. Из него какие-то фигли-мигли попадали. Да, все собираем, да? Фигли-мигли. Стрелы, по-моему, даже были полезнее. Вот когда надо, вот знаешь. Это точно стрелы, какие-то другие стрелы? Подожди, это экспресс. Это не стрелы, это какие-то крипер... Крипер-ланчер. А, ну нафига это нужно? Что с ним делать? Непонятно. Оно крафтится? По-моему, из него стрелять как-то можно. Брать так вот в голову кошки кидать. Так, все, я избавился от него. Я тогда призываю Скорпиона, и на этом тогда будем заканчивать. Скорпион. Я вот его хочу жахнуть, можно? Вот это вот я придумал круто, что мы сейчас быстро убьем его, все дела. А Скорпион-то не в курсе о том, что мы его быстро убьем. Так, глянь, сколько у него хп вообще миллион. Так, а ну? Пришел у него селекивать. Читер, блин. И что, убил? Читер. Да, по идее. А если он превратится в огромного мега-скорпиона, ты думал об этом? Так, нам повезло. Опять гуси появились. Гуси? Это из него гуси начали вылезать, я залагала. Так, у меня еще есть два. Вот один, вот второй. Так, я в своего кину. Не-не-не, я в сундук залез свой, рюкзачный. У меня еще три есть. Так, я в это тоже сейчас кину. Не, ну это же тоже считается, почему нет? Ну конечно, это ж победа. Это победа. А ну. На тебе. Щит. По-моему, или в него залетело. Сдохнешь? Немножко волшебной магии. Сейчас только превратится в какого-то монстра. Ну все, твоего нужно будет убивать по-честному. Да? Кончились твои зельки? Две штучки. Тебе... Две штучки? Ну попытайся. Просто там есть вероятность того, что эта штучка попадет в кого-то другого. Должно, парень, давай. Блин, уже только подхожу к нему, он такой вот. Все, я его силой мысли уничтожил. И мелких. На, гуси. Гусей. Бей гусей. Гуси. Так, отлично. Гуси повержены. Давай их тоже шиндарахнем, у меня одна осталась. Ну, давай. А остался хотя бы один гусь? А ну вот. Кажется, он сейчас жахнет. А ну. Гусь. Да! Я аж испугался. Дрилли, такое убийство гуся жесткое. Вон еще один гусь. Кошка, он бегает за мной. Убей гуся. Убей его. Отлично, нифига себе у тебя. Дрын такой огромный. Что? Ну палка у тебя большая. Там еще один гусь пришел. Ладно, в общем, спасибо, что вы смотрели. Для вас играли и комментировали. Дилерон и мини-кошка. Если вы на канале, подписывайтесь, ставьте лайки. Давайте мы все-таки сегодня наберем 15273 лайка. Думаю, что мы справимся. Это легко, мы сделаем это. Всем огромное спасибо, да. Заглядывайте на кошкин канал. У кошки еще один канал с распаковками. Мы там сладости даже распаковываем. Вместе их пробуем. Да, много всего интересного. Даже кошка нам свою детёшку иногда показывает. Ну, не очень. Ладно, в общем, всем большое спасибо и пока-пока. Пока. Ну, там ты ножку, вещичку показывал, считается, да?